Всем привет! Покажу вам сегодня, как с помощью одной лишь резинки не дать застояться поясничному отделу. То есть, вы сейчас сами все поймете, как это делается. Прокачаем. Сначала разомнемся. Опа! Сделали так, подходника 3 хорошенько разогрелись, и можно уже по-серьезному. Делаем ленту Мёбиуса, то есть вот так вот, таким образом. Опа, вставляем ноги. Все, теперь можно работать. Даже если не получится полностью выпрямиться, ничего страшного. Ну, всем пока.